Лизикничанки и лизикничата, не прошло и полгода, мы снова здесь, по первому же даже не приглашению, намеку, приехать еще раз повидаться с замечательным, чудесным резикненским, опять неправильно, да? Резикненским, зрительно, ошибка, резикненты. Вот, и вот мы снова здесь. Приятно, что вы снова откликнулись на приглашение прийти на концерт. Мы сегодня, друзья, на этой сцене будем стараться изо всех сил. И не только потому, что на концерте, это удивительно, как нам сообщили перед самым началом, присутствует посол России в Латвийской Республике Александр Вишняков. Давайте поаплодируем этому замечательному человеку. Жалко, что не на нашем концерте он присутствует. Было бы, конечно, здорово. Понимаешь, что сказал на нашем? Нет, в том-то и дело, что не сказал. Нет, вот так мы со знакомого увидел. В прошлый раз познакомились. Да. А вообще мы продолжаем знакомство с Латвией. Все нам нравится, все здорово, хорошо. Язык начали учить еще с прошлого приезда. Уже знаем там «здравствуйте», «до свидания», «добро пожаловать». А «добро пожаловать» мы узнали в аэропорту, когда только первый раз приехали. Девушка-пограничник у нас проверяет паспорта, мы улыбаемся, говорим. Она спрашивает, цель вашего приезда? Мы говорим, ну, цель приезда, мы артисты из России известные. Вот, хотим у вас выступать. На что она сказала, «Тика юс те он пьетруком». Да, ну, что означает, конечно, «добро пожаловать». Вот так потихоньку учим. И сегодня, друзья, весь вечер на этой сцене программа «Братьев Томленко» смешной и еще смешнее. Грядки с тянкой проведешь лето. Лето — это маленькая смерть. Сегодня будет весело, я чувствую. Я же хочу, чтобы сегодня вы просто отдохнули, чтобы все 7 часов нашего мероприятия вы расслаблялись, забывали. Всех устраивает, я смотрю. Здесь только туристы, наверное, которые не смогли найти жилье здесь. Я чувствую, что он дорог. Вы знаете, действительно фольклорная история. Но много-много лет назад, когда только открылись границы, это было в диковинку, таможенники, пограничники, как-то было здорово, так все. И мы ехали в Эстонию. Первый раз пересекая границу, и к нам подошел то ли таможенник, то ли полицейский, я уже не помню, такой красивая форма у него, и взял у нас паспорта, и смотрит, он говорит, господа Пономаренко, господа. Господа Пономаренко, Чай. Вот сервис, да? О, Европа, что значит? Мы говорим, спасибо, не надо. Нет, не чай. Кофе! Мы говорим, да нет, спасибо, не надо. Нет, не кофе.
Какова? А вот это, какова цель вашего прибытия в Республику Эстонию? Обросла потом эта история. Ну, еще анекдот на тему отдыха. Два бухгалтера разговаривают, один говорит: слушай, шеф совсем озверел, мы уже 3 года не были в отпуске, работаем, пашем на него. Второй говорит: слушай, я придумал, ты только молчи, я все организую. И повис вниз головой на трубе отопления, под самым потолком заходит шеф, тот оттуда: я лампочка дневного света, я свечу людям. Тут: Иван Иванович, Иванович, разобьешься, слазь, ну тебя, давай, давай, слазь. Заработался, я понял, все, давай, на 2 месяца в отпуск, за мой счет, все, и отдыхай, собирай вещички, давай. Тот собирает вещи и уходит, второй бухгалтер тоже собирает вещи, и за ним. Шеф говорит: а ты куда? А что, я без света буду работать? Я, кстати, я тоже вспомнил, один мужчина робкий познакомился с женщиной где-то в санатории, ну, такой робкий, что вот первый вечер он только раз и локотком к ней так прислонился, она такая, второй вечер он уже взял ее за руку. Третий вечер он, пересилив себя, всю суровость, положил мягкую руку на колено, на что она сказала: мужчина, я сюда не на 3 месяца приехала. Вот так сказать. А вообще, наверное, вы знаете, что у нас у братьев есть такая традиция что-то дарить нашим зрителям на концертах, что под руку попадется. Вот сегодня попалась замечательная шампанское Якобс Крик, 1868 год. А, действительно, так написано. Сколько продать не могли. А, так вот основание марки. Ну, неважно. Я думаю, этот брют кто-то из вас будет рад скорости получить. Не надо меня так смотреть, я такой человек. Каждому из вас вручил по такой бутылочке, букету цветов, коробке конфет, много чего еще. Но нет мне сегодня на это времени, не дали. Поэтому я это шампанское разыграю. Но я никогда ничего не разыгрывал, это отдельная профессия, сложная. Ей надо долго учиться, легче перевоплотиться в умеющего человека и начать. Это будет недолго, хотя с рефлексом тебе не забьют. Сегодня у нас юбилейный выпуск. Наш музей, музей капитал шоу «Поле чудес» взорвалась миллионная банка с забродившими помидорами. И в связи с этим я сегодня придумал довольно-таки простое задание. В этом слове всего 4 буквы. И знаете что? Наверное, я открою сразу же сходу 2. 5-ю и 6-ю. Может быть. А пока слушайте задание игры. Внимание! Что каждый из нас, в общем-то, не хочет иметь, но имея, боится потерять? Что? Вкус? Я бы согласился с вами, но первая буква О. Ну? 3 буквы осталось угадать. А последняя И. Кто сказал очки? Первых, если свет залил, возможно. Кто сказал очки? Это же ну что, тут же раньше сказали. Нет. И это глупость. Нет. Но глупость-то правильно. Давайте-ка поднимайтесь к нам в студию под оглушительные аплодисменты зрительного зала. Конечно, друзья, это очки. Это то, что каждый из вас, в общем-то, не хочет иметь, но имея, боится. Где вы там у меня? Я понял, не отпускают завистники. Но, может, все-таки пропустите. И свои не оглохните от аплодисментов. Да, действительно, сегодня задание весьма простое. Я могу дать и посложнее. Прошу вас, я здесь уже вас встречаю. Музыка звучит. Как вы слышите, так. Звать величать? Кира. Кира. А я Валера. А, и Леня, Леня. Леня такой. А, Кира, скажите, вы откуда приехали к нам в студию? Лубанас? Да вы что? Да вы что? Я почему так обрадовался? Еще не было случая, чтобы кто-либо из наших игроков, стоя перед барабаном,
Те, которые с улицы Лубанс, конечно. На этот барабан чего-то не поставили. Ничего не привезли. А помидоры взрываются. Поставим. Чего там поставите? Кольцо. Нет, я такое не пью. Это все шутки. Не рассказав, очки вы выиграли шампанское. Видите, оно плещется в бутылочке. Саму бутылочку не хотите выиграть? Она согласилась на супер игру. Вы не видели, согласилась. Свет в зале можно погасить. Супер игра. Я не знаю, что сегодня придумали наши редакторы. Думаю, что-нибудь попроще. В этом слове 168 букв. Вы назовете слово целиком или по буквам? По буквам. Долго, наверное, будет. Давайте задание послушаем, потом решим. Это слово сказал дядя Вася, когда случайно ударил себя молотком по пальцу. Так вы назовете слово целиком. Я поубиваю сегодня редакторов. Вы назовете слово целиком или по буквам? По буквам. Долго будет. Кто-нибудь из мужчин вас сопровождает сегодня? А сейчас кто-то есть? Сейчас нет, придется мне. Молоток в студию! Но нет, Кира, конечно, все это шутки-прибаутки. На самом деле, ну, конечно, без супер-игры нельзя. Сыграем на пробку. Но задание будет соответствующим из одной буквы. Вы должны назвать самое короткое местоимение в русском языке. Да, именно вы. Должны назвать самое короткое местоимение в русском языке. Но! Вы настаиваете. Эх, Кира, Кира, не ожидал от вас. У вас 33 попытки, уйма времени. Мы бы с вами еще играли, вы сразу правильный ответ. Мы поздравляем победителя за канал шоу «Поле чудес». Это шампанское вместе с бутылкой «Достоинство РАД» и это аплодисменты вместе с рациями «Тоже». Я прошу. А шампани? Это не я обещал, это Валерий. Шесть евро. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон едет с водителем в лимузине по какому-то захолустному штату, ночь. И тут происходит такой инцидент, на дорогу выходит корова, они ее сбивают. Несчастный случай такой, Хиллари в ужасе говорит: «Ты понимаешь, дебил, что ты натворил? Ты понимаешь, какой поднимется шум, зеленый, защитники животных? Ты сорвал мне все выборы, ты понимаешь, что ты сделал? Так, вот тебе $1000, немедленно пойди, найди этих фермеров, хозяев коровы, извинись, уладь конфликт, ты понял меня? Иначе уволю». Тот пошел, где-то часа через два возвращается. Еле стоит на ногах, здесь бутылка виски, тут корзинка полная продуктов фермерских. «Ты нашел фермеров?» «О да, я их нашел». А я позвонил в дверь, они открыли, я им прямо с порога говорю: «Я водитель Хиллари Клинтон. Только что я убил старую облезлую корову. И дальше они мне не дали договорить, напоили, накормили. Вот еще с собой дали». Идет международный саммит. На саммите встречаются Барак Обама, фрау Меркель и Владимир Путин. И фрау Меркель говорит: «Господа, сегодня ночью мне приснился совершенно потрясающий сон. Представляете, будто бы мою кандидатуру выдвинули президенты всего земного шара. Это был потрясающий сон». А он говорит: «О, yes, мне приснилось как раз нечто подобное. Только мне приснилось, что мою кандидатуру выдвинули президенты всей вселенной. А что вам приснилось, мистер Путин?» «Мне? Мне приснилось, будто бы я ваши кандидатуры не утвердил». Переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова шли тяжело. Шли уже четвертые сутки. Тихо.
вынужден тебя разбудить. Мы с тобой проспали, нам скоро выходить журналистам, у нас нет решения. Что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе согласиться на мои условия, пойдем. Угу. Только шнурки поглажу и пойдем. Зачем? Я тебе сам все поглажу, только пойдем. Я тебе про Фому, ты мне про Ерему, Джон. Кто эти люди, Фома и Ерема? Заместители мои. Госдеп не доложил? Нет, Сергей, с тобой невозможно нормально вести переговорки, говорить загадками. У Егорки всегда отговорки. Я не Егорка, я Джон. Не по Джону Ермолка. Между прочим, я крепкий орешек. Я служить во Вьетнаме. О, не поступил, значит. А я учился в МГИМО. Опять этот звук, что это? Шеф звонит. Да, Владимир Владимирович, доброе утро. Нет, ни секунды не спал, напряжен на работу. Не подслушаю. Окей, потом в записи послушаю. Ну как проходит? Мы выработали ряд позиционных условий и, следуя решениям Совбеза ООН, а также предварительным договоренностям, мы попроще объяснить. Ну, Владимир Владимирович, вы сказали дожать бабушку. Докладываю, бабушка уперлась рогом. Ни туда, ни сюда. Ну, я думаю, дожмем, не первый раз, Владимир Владимирович. Я перезвоню. А? Медвежонку привет. Денег нет, но вы там держитесь. А я случайно услышать, что ты с бабушкой? Больная бабушка. На всю голову. К сожалению, неизлечима. Поверь, мне очень жаль, но давай продолжим работать, нет времени. Кто про что, вшивый про баню. При чем здесь баня? Да при том, что запарило меня уже все это, Джон. Льем из пустого порожника, толчем воду в ступе. Сколько можно уже? Для вас все серьезно. Вас уже исключили из большой восьмерка. А что переживать? Там остались вы и ваши шестерки, так что как и есть. Это же наш гимн. Ваш гимн? А ты почему сделал плохо, да? У меня здесь бумажник, от вас всего можно ожидать. Телефон! Джон! Это он. Мой гад, это же Обама! Точно, твой гад Обама звонит. Что ему скажи? Да наплети чему. Твои проблемы. Yes, мистер президент. I'm sorry, Mr. President. It's my black job. Черно же круто он с ним слышал. No problem. One moment. Так, когда вы согласитесь на наши условия? Быстро. Передай, что наша официальная позиция не изменилась, и мы согласимся на ваши условия тогда, когда рак на горе свистнет. Okay. What? Когда рак на горе свистнет. Ну, переводи, не то небом. Mr. President, in the riding of the Queen Omar. Дебилы. На какой горе конкретно? На Кудыкиной горе. What? На Кудыкиной горе, Джон. А, я помню. Это у черта на куличках. Где Макар телятный пас. Координаты верные. Окей. In the Кудыкин Хилл, мистер президент. Yes. Yes, I know. Okay. Пока. Goodbye. О, Сергей, нет времени, но я тебе успею сказать то, что должен был сказать давно. Как бы там ни было, я считаю тебя своим другом. О, не тот друг, у кого ешь с рук. Тот товарищ, чью ножку варишь. Выучим кое-что, Джон. Слушай, я хотел тебя попросить об одном маленьком одолжении. Ты, когда выйдешь журналистам, скажи им одну маленькую фразу, ничего не значащую. Какую? Так, мол, и так, после долгих переговоров, мы согласны на все ваши условия. Вот так, мол, и так, после долгих переговоров, мы согласны на все ваши условия, и все. Ты скажешь? Стоило 4 дня тут колбаситься, Джон. Ой, Сергей, спасибо. Чего не сделать? Спасибо тебе. Для друга. Are you okay? Okay. Псаки.
господа журналисты, мы готовы. У нас есть уже решение. За дверями переговорной комнаты Джон сделал заявление, попросил меня его озвучить, что я по-дружески делаю. А так, мол, и так, сказал Джон, после долгих переговоров мы согласны на все ваши условия. И, по-моему, это правильно. What? А, what? Тебе бабушка и Юлия в день. Бабушка! Спасибо. Недавно кто-то из депутатов Государственной Думы пытался предложить закон, по которому все поступающие на службу чиновник обязательно проходили бы тестирование на детекторе лжи. И вот мы представили, как бы подобный прием на работу происходил. Made in Japan. Молодцы япошки, чего только не придумают. Так... Да-да? Разрешите? Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Проходите. Смелее. Моя фамилия Скворцов. А, да-да, Скворцов, вы записаны. Зам генерального по кадрам Петр Петрович. А, очень приятно. Очень приятно, взаимно. Присаживайтесь, Скворцов. Ну, смелее, смелее, смелее. А вы же в курсе, что нас обязывают по закону применять полиграф или, другими словами, детектор лжи? Нет, не в курсе. Ага. Вот такая японская коробочка подает сигнал, когда человек говорит неправду. Причем говорят очень точно. Сам еще не пробовал, но не терпится на вас испытать, Скворцов. Вы не против? А он включен? Нет. Я не против, только за. Ну, давайте его для начала включим, а там посмотрим. Там это... Новости в телевизоре. Точно, там на новости так реагируют. Ну, давайте все-таки вот человеческим голосом проверим. Что это такое, явно не стараюсь придумать. Газпром — народное достояние. В нашей процветающей организации мы очень рады новым сотрудникам. Работаем. Начнем. Первый вопрос нашей анкеты. Может быть, коньячку? Так, где храбрость? Коньячку, да вы что, с ума сошли? Я же не пью, совершенно. Не так выразился, хотел сказать, вот сегодня не хочется. Наверное. Можно капельку. 150 капель. Прошу. Спасибо, извините. О! Хороший коньяк, настоящий такой. Давят всякую дрянь, так отравить их за этим могут. Хорошо, на вас проверил. Так, ну, начнем, собственно. Да-да. Почему вы ушли с последнего места работы? Кажется, по собственному желанию. А, нет, вроде бы по сокращению. Попросили. Я так и думал. Часики-то у вас сами за себя говорят, Скворцов. Дорогие небо, швейцарские, такие на зарплату чиновника не купишь. Лет 50 нужно работать. Нет, что вы, Петр Петрович, это кажется. Это с виду дорогие, такие навороченные. А на самом деле дешевая китайская подделка. Говорю, дешевая китайская подделка. Вы не в магазине рубин брали на Ленина? Да там, там. Автомобиль у вас какой? Обыкновенная шестерка. БМВ. Где отдыхали летом? Отдыхал у нас. На земном шаре. Я понимаю, что не на Марсе. Где конкретно? Конкретно, как это, Мальдавия. Ну, ближе чуть к Сейшелам туда. Отдыхали с женой? Послушай, я не понимаю, какое это имеет значение. Скворцов!
Нам важен моральный облик наших сотрудников. Вопрос понятен, отвечайте. Да, понятен. Только вас я попрошу никому, ладно? Ну, естественно, между нами, чего? Ну, давайте, время, Скворцов. Отдыхал с другой женщиной. Она хорошая, красивая. 20 лет. 25. 30 уже, наверное. Не 40 же. Не 50 же. Не может быть. А мне сказала 20. А у меня детектора с собой не было. Да она так и выглядит. Они сейчас все в любом возрасте хорошо выглядят. Знаете, это йога, фитнес, ботокс, латекс, так далее. Там вы видели фигуру, там... Можно откровенно? Вот такой размер. О. Зато свои. А темперамент? Ну, я уже раз откровенно, да? Пять раз за ночь. Три. Один. Поговорить не даст. Может, выключим его и есть? Между прочим, она меня любит. Сломался. А почему вы сразу решили, что сломался? Она меня любит. Вот. Видите? А вы говорите, и любит не за деньги. Петр Петрович, я вам обещаю, с сегодняшнего дня с женщинами завязано. Вот, видите, правильно. Я лучше целиком и полностью отдамся работе. Да. Вот видите, брат, ну их этих баб. Я сам, знаете ли, любитель женского пола. Только вы, если поступите, язычком здесь не ляпайте, у нас никто не знает. Отвлеклись, внимание! Да. Обязательный вопрос. Взятки брали? Как все? Вы брали? Я? Скажу честно. Да нет. Хватит ерничать, Скворцов. Да или нет? Хорошо. Я признаюсь. Без попудла один раз. Два. Три. В день, да! Так, а что я могу сделать? Они сами конверты целый день несут? Несут? Да. Ему. Нас же хватило наглости, а прибереться сюда. Вот тут цитадель честности, неподкупности. И тут, понимаете, тебя не спрашивают. Три раза в день. Что, на что люди рассчитывают? Что здесь медом намазано или тараном? Все, завершающий вопрос, будем решать, что с вами делать. Приходилось ли вам, Скворцов, давать взятки? Никогда. Ну, уже хорошо, да? Плюс вам. Я надеюсь, у вас не хватило наглости притащить сюда конверт? Что незаконно? Разумеется, нет. И вы не собирались мне его вручить где-нибудь в укромном месте? Не дождетесь. У вас прекрасное досье. Да, Скворцов, вы приняты. Такие люди нам нужны. Спасибо. Добро пожаловать на службу. Спасибо. Ед подросток в электричке в новой
редакции. Все лето на хуторе, что ж ты дела твои? Все лето на скутере? На скутере прикольно. Да, на хуторе прикольно, че. А я тут еду в город, надо решить по углю. А, погуглить решил? Ну, погугли, погугли. Один депутат-паразит обещал, до сих пор не везут. Ну, поймай этого охламона. Покемона поймать? Молодец. Вот этот вот гребец он у меня, он думает, я в игрушки играю. Ты в гребец играешь? Да, гребец он. Продвинутый чел. Я ему паразиту. О, селфи, что ли? Не знаю, что сделать. Слышь, диджей, а я хочу с тобой фотки в Инстаграм. Чего? Говорю, фотки в Инстаграм. Со мной фотки 300. Не надо бы там, я внучка, ты что? WhatsApp есть? WhatsApp есть, не так батя пил. Номер? Помер. Ай-яй-яй, так это ж водкой не зальешь, внуч. Почему не залью фотки? Уже заливаю. Беда. Просто тут это, новый клип пьянки. Снова влип по пьянке. Ну? Ты это дело брось! Конечно, сброшу. Сброшу. А, привет, Чикса. Здорово. Завтра не могу. Завтра мне в колледж. В колледж? Чё ты колоть просишь? Ха! Ты татушку набила? Подушку набила, хозяюшка. Да у тебя уже... Ты так вся в тату. Вся в поту. Работяжка. Что, до утра тусила? До утра тусила, ковёр, да. Ну и что там жжёшь? На кокосе чили? На покосе рожь. На все руки, а? Слушай, ну, не парься. Вот смотри. Короче, это сам. Зайдёшь в настройки, понимаешь? Настройку зайдёшь, а? Да. Увидишь, короче, новое окно. Поняла? Вот, короче, грузи. Окна воруют. Вот и домой, понима? Точно, точно. Все, давай, пока. Пока, говорю. О, слышь, Айова поет. Кто? Айова поет. Да это я понял. Кто? Ну, Айова. Я сейчас все так пою. Хочешь это сама? Ссылку тебе отправлю. Посылку? Да внучек какой, ты сам холодный. У меня самса есть. Самсу не хочешь? Че, Самсун? А, нет. Я новый айфон хочу. В новый айфон хочешь? Я тоже, внуч. Я от него тащусь вообще. Пощусь, говорит, да. Ой, молодец, пьет и постится. О, ты слышишь? Порш, клё. А? Порш хочу. Порш хочешь? Я тоже бы не отказался. А у тебя тачка есть? Чё, тачка? А? Да есть, хреновая, правда. Новая Прада? Да, да. Чё это? Автомат, да? Тихо. Я их покажу. Ха-ха, понял. Понял. А насчет айфона? Нет лучше девайса, понял? Что лучше девайс? Откуда же мне деньги? Фуфайка есть, и то, слава богу. Wi-Fi есть, нормально. У тебя, наверное, блог в Твиттере, да? Блог в Твиттере? Да, это не правда.
Чего нет? Я тоже себе недавно завел. Уже и лайки есть, прикинь. Лайки есть. А, ну понятно, от лайк и блогич. Ой, да я гляжу. У тебя тоже надежку не смотрю, да? Че, молодежку смотришь? Главное, будет опупительный сезон. Да, сезон отопительный будет. Они в топе. Они топят, не топят. Я в хате холодно, только бабку поднял и сам съел. Ты бабки поднял? А вот интересно, как? Да как? Травка на таблетки капли. Это чё? Слышь, диджей, а пастор и дружба мне поможет подняться, а? Тебе помочь подняться? Да. Ну давай, помогу. Что? Давай. Почему? С дружками есть проблема, да? Они бывают только двух видов. Матершинные и не смешные. Ну что, попробуй. На деревне пролетали перепелки, гулюшки. Пролетать-то пролетали, а назад вот. Хорошо тому бывает, кто с молочницей живет. Молочком допивает, а молочница... Без вариантов, ребят, без вариантов. Лучше спеть что-то серьезно. Вот есть у нас у юмористов многие, могу сказать, всех почти, желание спеть что-то серьезно. Вот, с ним трудно бороться. Ну а что я смогу исполнить серьезно? Вот песни были раньше, да, шикарные, мелодичные. Я сейчас скажу такую кощунственную вещь, наверное. Но хорошо, что некоторые из великих артистов не дожили до нынешних времен, когда им пришлось приспосабливаться под современное искусство. Например, Георгий Миляр, который исполнил роль всей нечистой силы в кино. Вот. Он прекрасно пел романсы, об этом мало кто знает. Я не представляю, как он попробовал бы спеть что-то из современного, такое, например... О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына! Я тоже хочу от тебя дочку! И точка! И точка! Все, точка, хана! Не будем огрызаться. Поговорим о еще более грустном, о мне и гитаре. Я вот мечтаю научиться толком, нотам научиться, чтобы сыграть в следующий раз здесь перед вами достойно. Хотя гитара — это не балалайка, три струна. Я хозяин состав. Не согласен. Там, значит, три струна. Это инструмент серьезный, нисколько не больше гитары, чтобы ты знал. Да? Три струна. Так пренебрежительно, как будто бы. Минуточку, Александр. Я просто балалайка к слову сказал. Чего? Публика не истовала.
мы с тещей поехали в Карловы-Ва. Да, но я нашел способ рассказать анекдоты. Рассказывай не от себя, а от другого, какого-нибудь известного человека. Вроде как-то лучше проходит. Вот, например, мне нравится манера нашего коллеги Владимира Винокура рассказывать. Ну, приехал мужик отдыхать в санатории, поставил чемодан, осмотрелся, мимо проходит отдыхающий из этого санатория. Ну, и вновь прибывший, слышишь, мужик, только приехал, ничего не знаю. Здесь, скажи, здесь в санатории нормально кормят? Тот говорит, да, хлебушка, скажу. Еще манера одного артиста мне нравится, которого вы, надеюсь, узнаете. Два опера звонят начальнику убойного отдела. Своему начальнику. Тут у нас покушение на убийство. Адрес такой-то, такой-то. Женщина нанесла мужу 6 ударов сковородкой по голове. За то, что он прошелся по только что вымытому мокрому полу. Мужчину забрали в больницу. Нет, женщину не взяли. Пол еще мокрый. Вот видите, а когда рассказываю сам, то не очень так хорошо проходит. Поэтому как здорово, как замечательно, что есть эта сценическая профессия пародист, которая позволяет, от какого угодно лица нести какую хочешь ахинею, и вся ответственность будет на этом самом лице, а не тебе, а не тебе, а не тебе. Мне очень понравилась фраза, которую однажды сказал Михаил Михайлович Жванецкий о нас, артисты, которые сами для себя пишут тексты. Сейчас вспомню. Если хочешь сказать, надо высказаться. Если хочешь молчать, надо вымолчиться. А если хочешь писать, танцуй. Но мы... Спасибо, не сдерживайтесь. Не сдерживайтесь. Мы продолжаем и писать, и исполнять пародии, ибо нас вдохновляют слова еще одного нашего замечательного мэтра, который однажды очень здорово и очень точно заметил. Больше он ничего не сказал, но потом все-таки добавил. Недавно ко мне в смехопанораму пришло очень интересное письмо. Я давно мечтаю попасть в вашу передачу, но почему-то постоянно плюю мимо телевизора. А я всегда первый спешу посмеяться над собой, пока этого не сделал кто-нибудь другой и в более грубой форме. Я всегда утверждаю и буду утверждать, что ни в одной стране мира нет таких придурков, как в России. Испытайте гордость сразу же сами за себя, те, кто узнал, а кто не узнал, испытайте гордость за тех, кто узнал, и начнем уже. Готовы? Тихо! Вообще, так уже не ору, это меня так пародисты изображают. Ну, чего орать, я спокойно разговариваю. А, уйди отсюда. Дрессированная комары под управлением Задорнова, да? Ну, действительно, чего орать? Жить спокойно, и сегодня хотелось бы так, в домашней обстановке, знаете, так... очень спокойно, уравновешенно, тихо поговорить о русском языке. Велик и могуч наш язык, правду, классик. Вот даже не помню, кто это сказал. Может быть, даже и я, знаете. Забывается все. Простите, лично проскочило, больше не будет. Только в нашем языке можно сказать фразу, которая будет состоять из одних только, внимания, только из гласных букв, из трех. Всего из трех, и оно будет иметь большое значение для нашего человека. Готовы? А я?
Только наша женщина разговаривает с бытовыми приборами, как живыми людьми, она одухотворяет их. Стиральная машина постирает, сигнализирует наши. Да что ты разоралась, дура, иду, без тебя дел полно. Обожаю наших. ЕГЭ, есть в России такой единый государственный экзамен, я называю единая государственная экзекуция. Его вопрос оттуда, я ничего не придумал. О, ничего не придумал, внимание. Ну, воздуха наберите побольше, он входит в стоимость билета. Вопрос ЕГЭ. У Натальи Ростовой родилась А. Дочь, Б. Сын, С. Другие варианты ответа. Я разговаривал с выпускницей высшего учебного заведения исторического факультета. Я говорю, вы знаете, когда началась Первая мировая война? Она правильно ответила 2 сентября 1939 года. Я говорю, а когда началась Великая Отечественная война? Она правильно ответила 22 июня 1941 года. Я говорю, а как вы думаете, почему немцы так долго тянули? Ну, знаете, что она ответила? Я думаю, таможню проходили. Замечательная мы страна. Только мы могли придумать фразу «Улыбайтесь чаще!» И тогда чаще улыбнется вам. Гениальная мы страна. Наши песни. Теплоходный гудок разбудил городок. Известная песня. На причале толпится народ. Это главная фраза. Запомните ее. Запомнили припев? На теплоходе музыка играет. А я одна стою на берегах. Манька у меня, а может народ сам попрыгал в воду, чтобы не слышать таких бестолковых песен больше. Я надеюсь, я внушил вам чувство гордости, свежести, сухости, чувство юмора, комфорта. Не ешьте много на ночь, и извините, на сегодня вся. Я не знаю, добрый вечер. Ёханый бабай. Я со всеми поздоровался, но только один. Между прочим, я аплы тоже люблю. Нормально. Мне все-таки везет людям. Сидят, отдыхают, кайфуют. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. И нафига мы лезли в улей. Да, мне что-то сегодня в голосе. Нафига, сейчас распоемся. Ехал брат к сестре на вороном коне. Сестренку повязать, денежку занять. Подъезжает скоро, там сестра открывает, говорит, что тебе, ёб, надо? Дать разве голос? Синенькая юбочка, ленточка в косе. По ночам Ренкевич ваш, не такой, как все. Обалдеть! Раньше был голос. Дурак дураком, да? Взрослый человек, что делает, да? Еще ему за это. Где же аккомпаниатор, ёханый бабай, а? Не голос, а не аккомпаниатор. Ну, весело, да? Тут ваши местные предлагали юрок. Махни нашего, резок мягкого. Будешь петь, как Лёша Гипс. А, Гришерец. Только рюмка водки на столе, а 0,7 уже во мне. Обалдеть, где его носит, а? Только бы придурка не прислали. Знаете, если пришлёт придурка, свой голос не поможет. Не придурок. Хуже. Ну, представься людям, как звать болезный. Вы знаете? Откуда не знают? Это меня все знают, как свои 5 гальцев. Ты кто? А, вы не знаете? Блин, жаба душа. Жабо. Вообще, это слюнявчик ношу с 3 месяцев, как камень детства, у меня нет. Зовут... Меня... Вы будете смеяться. Че, я дурак, что ли? Софокл. Блин, ну и фамилия. Нет, это имя. Чувак, здесь только у меня имя, ты еще никто. По
почему не за роялем? Как ты мне звезде будешь на этой фигнюшке компонировать? Где какая звезда, такой и рояль. Напрасно вы иронизировать, я не послушал. Вы знаете, вот это я назвал музыкальный кальян. Только дуть надо не в себя, а от себя. И играют на нем не перебором, а когда перебрал. Ну вы знаете. Ну давай фуганичивай. Есть один конструктивный недостаток. Не знаю, куда пристроить трубку, чтобы еще и спеть можно было. Да, можно найти подходящую дырочку. Чувак, здесь я пою, ты играешь, понял? Попробуешь спеть, получишь физическое замечание. С моим хроническим нокаутом не страшно. Я! Объясняю по-колхозному. Взял три пальца через один. Вырвет. Черные клавиши не вздумай трогать, не попадешь. Тональность дежурная, размерчик унца-унца. Поехали. Ой, блин. Иди сюда. До меня, Александр. Сергей, конечно, мы не могли не привести к вам какой-то новый номер. И вот совершенно свеженький номер дописывали буквально перед концертом. А вообще мы пишем постоянно. Вот, и сейчас вот все тут перечеркнуто, поперемазано в спорах наших бесконечных. Короче говоря, друзья, на ваш суд совершенно новый номер, новая попури на медицинские темы. Оздоровительно-медицинские. Первый раз. С листа. Здесь вам не Мальдивы, здесь климат иной. Инфекции ходят одна за одной. И цены в аптеках высокие, будто скала. Надеемся только на хрен и мед, малину, рябину и грамм 500. И молимся, чтоб медстраховка с собой была.
нечем вас порадовать. Больной уже нельзя откладывать. У вас совсем ужасный вид. Уйду, мать, какой бы мне диагноз выдумать, а нужно просто прыщик выдавить. Придумал гастротромб-артрит. Выставку Ван Гога. Я тусовалась много на лампу техно. И прямо от Ван Гога к врачу поет Серега. И от травматолога я ковыляла на ходунках, нах-нах, в ортопедических чуках, на ходунках, нах-нах, ортопедических чуках, на ходунках. Люба-любонька, накачанные губоньки, а с силиконом Люба красивей. Сегодня достаешь губой до носа, а через год достанешь до бровей. Окулиста, 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 окулиста не найти без окулиста. Мне табличку без очков не прочитать, но очки сначала ж нужно прописать. В каждой том строчке только точки, пятна и крючки. Думал, что зашел глазной, чтобы взять очки. И что-то вдруг, и что-то вдруг, как затрещит, как затрещит. Ведь я вошел в электрощит. Флюорография, 9-12, от стоматолога на память. Флюорография, где нечем улыбаться, но где взять деньги, чтобы зубы вставить? 32 здоровых, 32 здоровых, 32 здоровых зубов у меня. 32 здоровых, вставили мне новых. А что почку продал, то фигня. А в палате у нас есть одна медсестра. Мне давление она измеряет с утра и с разрезом большим. У сестрички халат, отравление 140/150. Лишь она уйдет, мама, и оно споет, мама. Опять придет, мама, и оно скорбет, мама. Так вот и лежу, мама, время провожу. Как же это все произошло? Все само собою не прошло. И теперь я колю бицилин, и у меня на это 5 причин. Первой можешь быть причиной ты, а второй у Света из 4, третьей Марго из Листы, а четвертая Нина из Ухты, пятая Натали. Вот же не было, обещали Натали, Натали. Пришел к тебе вчера, мы выпили, Натали. А потом вернулся муж той Натали. Костыли. Ведь с балкона 10 метров до земли. Да еще твой муж догнал и отвалил. Спасибо. Выпьем за любовь. Вот такой он первый тост сказал снова за любовь. Стали вдруг стеклянными глаза. Выпьем за здоровье. Все. Я от армии хотел откосить, и анализы пришел подменять.
Но напутал врач, что мне служить. Мне придется через месяц рожать. Полю или Колю, девку или паренька. Ну а лучше двойню, чтоб уже наверняка. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Сделал операцию, сменил ориентацию. Женщина, не танцую, женщинами не танцую. Хоть теперь король, я танца раньше не мешали. И я счастливый, как никто. Я здоровый на все сто. Я здоровый, я не вру. Месяц ездил в доктору. Я счастливый, как никто. Оторвусь я на все сто. Гипертония, стенокардия, миастения, нервы никуда, и аритмия, и дистония. И значит, женщины не видят никогда. Да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Мечут, бегут ручьем года, но мы не старые. А жизнь проходит так, и сколько красок в ней. А мысли темные доводят до врачей. Течет ручей, бежит ручей, он лечит лучше всех врачей. Течет ручей, бежит ручей, и он бесплатный, он ничей.